世代でね、3歳。最初の人Так, ну ты помнишь, чего мы набирали, да? Синий с красным кадмием, ультрамарин с красным кадмием, набрать вот эту пленэрную атмосферу. Сейчас будем забивать тут зеленым, там голубым, там этими рыжими. Поэтому вот как подкладочный он создает воздух, вот, вот очень хорошо. Так, хорошо, хорошо, хорошо набираешь, отличненько. Здесь вот шкафчик я залезла, я не знаю, потом сразу положу на место. Хорошо? Хорошо, все правильно? Да? Да, 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 да. Ну, ты видишь, надо должно упереться в нее. Но сначала мы отдаем тогда голубую набрать, а потом полностью уже отражение. Да не, нормально, давай уже добирай. И здесь траву подними, и это с голубой ванзи. Так, хорошо. Ну, в принципе, да, сидит в формате. Ну, даже хорошо, что здесь чуть-чуть больше будет травы. Да, травки. Итак, где у нас там? Вот здесь. Ты уже замешала что-то, нет? Нет, вот здесь коричневое. Ага, вот, хорошо. Вот закрыла? Ага. А нам потоньше-то и не нужна. Нам нужна внятная линия. Все. Угу. И так далее. Раскрашивать. Вот это вот нехорошо. Ты же такое мощное пятно у нас еще никак не обозначено. Нет, понимаешь, это же очень, очень актуально. Но, в принципе, оно же держит все. Ну, да. Для тела. Ну да. Ты от того, что боялась потерять рисунок. Вот этих местах побоялась. Вот. Начала просто раскрашивать. Ну, все-таки мы видим рисунок. Но уже ж не настолько здесь он не читаем после полного накрытия, чтобы уже так бояться. Ты же практически везде все обозначено. Нечего бояться. Это вот то, что нам сделали, да? Угу. Для наших фиолетовых цветиков
Да, я понял. Я, ты видишь, создаю условия. И на палитре, и кисть сполоснул. Давай, в том же духе. Угу. Импрессионизм где у нас? Нашла ее? Нет. Нам же там задник нужен, потому что слишком пятнистый задник. Должен быть более простым. Смотри, чтобы не так отсвечивало, можно же приподнять чуть-чуть ногу. Держи. Ничего. И там вот очень красивый проект получился. Угу. Вообще у нас это ничего. Лучше даже не отправлять. Лучше я тебе тогда отправлю. Я чашку купила. У тебя такая вчерашняя жгутка, да? Вообще все такое же. И это здесь тоже цвета нет. По-моему, вот как-то походу еще не получилось, но все как у вас будет. Как-то здесь. Удалось. Может, это чудо-то пора сейчас? Да. Может, все не так красиво, как это вообще? Нет, красиво. Кроме всего прочего, один цвет отталкивается от другого. Поэтому делать только грудь бессмысленно, если не делать и ткань, которая ее окружает. Мы не встаем, да, мы еще не встаем.
молодец, с личиком справляешься. Смотри, вот эта линия пошла скорее вот сюда, чем туда. Ну, во-первых, можно отъять. Зачем любить такой крупнокалиберный? Может и сюда, но и туда тоже. Все, немножко замаскировать, что-то там раскричалось. Я сразу не ставлю, все стоит. Травку попробуешь сама или тронуть немножко? Попробую.
Давай. Смотри, как бы две ступени травы. Дальняя, ближняя. То есть вот этот мотив желательно показать. Кто бы это видел, я мастихинами пальцем вот эту крутинку вертел.